Всем привет! Меня зовут Зина Яковлевна, и я продолжаю знакомить всех современных бабушек и дедушек с интернетом и его возможностями. Этот выпуск я хочу посвятить визуальным закладкам. Их используют для быстрого перехода на самые посещаемые вами сайты. Обычно они создаются автоматически, в зависимости от вашей активности в интернете, или же вы вручную выбираете необходимые. А также бывает уже готовый стартовый пакет, основанный на рекламе или общей популярности сайта в Беларуси. Эти закладки часто появляются на главной странице браузера. Без сайта внутри они выглядят как обычные пустые прямоугольники. Вот так. Эти прямоугольники содержат превью сайта, то есть небольшую картинку, которая помогает визуально определить, что за сайт находится в данной закладке. Например, в Google Chrome предусмотрено 8 стандартных закладок, которые формируются сами. Браузер собирает статистику посещаемых вами сайтов и на основе количества заходов делает закладки. Их можно удалить, но поставить принудительно собственные нельзя. Однако существуют особые мини-программы для браузеров, которые увеличивают их возможности. Такие программы называют расширениями браузера. Как поставить такое расширение на ваш компьютер, я расскажу в следующий раз. А на сегодня все. До встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.